Челябинские школьники сыграют на одной сцене с Константином Хабенским. Премьера спектакля «Поколение Маугли» состоится в июне. Это благотворительный проект, который известный актер проводит в разных городах России. Музыкальный спектакль «Поколение Маугли» – благотворительный проект творческого фонда Константина Хабенского «Оперение». Уникальность проекта заключается в том, что актеры не гастролируют. Каждые полгода мюзикл ставят в новом городе с местными детьми. В Челябинске будут задействованы около 100 юных актеров. Я играю все, что вакантно. Все, что не занято, я тут же влезаю. Ну, вообще-то мы с Павлом Каштановым разделим роль Акела. В этот раз я очень надеюсь, что все остальные актеры смогут отработать все даты и все спектакли. Сюжет создан по мотивам сказки Киплинга. Главный герой в поисках себя сбегает из благополучной семьи в каменные джунгли. Проект поддержал губернатор Борис Дубровский. Челябинск – шестой город, в котором пройдет детский спектакль. За последние 2 года мюзикл побывал в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске и дважды в Москве. Продажа билетов в Челябинске начнется в апреле. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Константина Хабенского на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Головного мозга. За время существования спектакля уже собрано более 13 миллионов рублей, которые были направлены на лечение 21 ребенка.